Рассмотрим крем для лица с лепестками календулы Nesific Real Floral Calendula Air Cream. Увлажняющий крем с настоящими лепестками календулы борется с раздражениями, снимает воспаление, устраняет красноту, увлажняет, питает и освежает кожу. Средство подойдет для использования после чистки у косметолога или активного пилинга кожи. На коробке присутствует защита от вскрытия. Достанем крем из картонной упаковки. Легкий, освежающий крем содержит экстракт календулы, который позволяет быстро успокоить раздраженную кожу. Календула имеет ярко выраженные бактерицидные свойства. Она хорошо заживляет раны и снимает воспаление, нормализует работу сальных желез, не нарушая естественного кислотно-щелочного баланса. Гиалуроновая кислота в составе обеспечивает увлажнение и нормализует гидролипидный баланс дермы. Легкий крем с лепестками календулы подойдет для комбинированной, жирной и проблемной кожи. Мягкая формула крема прекрасно впишется в ежедневный уход и за чувствительной кожей. Рассмотрим способ применения. Перед началом использования уберем защитную пластиковую мембрану. Необходимо нанести небольшое количество крема на чистую кожу и похлопать подушечками пальцев для того, чтобы средство быстрее впиталось. Крем обладает легкой гелевой текстурой, не утяжеляет кожу, хорошо впитывается и не оставляет ощущения липкости. Крем используется на финальном этапе ухода, после очищения, тонизирования и нанесения сыворотки. Средство имеет легкий цветочный аромат. Объем продукта 100 мл.